11 ноября поженилась 200-я пара в Сергиевском районе за 2022 год. Церемония бракосочетания была торжественной, несмотря на будний день, пятницу. Виновники торжества – жители Самары, родившиеся на Сергиевской земле, Максим и Диана, познакомились в социальных сетях, а оказалось, это судьба. Мы уже долго вместе в целом, и нас все устраивает. То есть почему бы не узаконить наши отношения? Познакомились 5 лет назад в интернете. И чем приглянулся? Ну, посмотрите, как красивый. Кстати, юбилейный номер этой актовой записи стал для пары настоящим сюрпризом и первым подарком от ЗАГСа. Путь 11-11-22 и знаменательная дата в свидетельстве станут талисманами на всю их семейную жизнь. А первые правила счастливой семьи ими уже усвоены. Слышать друг друга и разговаривать. Вот. Во время ссор не кричать друг на друга, а сесть и поговорить, сказать, что не нравится одной стороне, что не нравится другой, найти какие-то компромиссы и жить дальше спокойно и счастливо. 200-я актовая запись о заключении брака фиксируется в нашем районе впервые, начиная с 2019 года. Пандемия COVID-19 не могла не сказаться на таких процессах. А резкое увеличение свадеб в этом году закономерно принесла частичная мобилизация, когда люди стараются узаконить свои отношения. И пусть каждый новый союз станет по-настоящему крепким.